Всем привет! Вы смотрите программу «5 минут», в которой мы проводим опросы людей на разные темы. Недавно глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет дефицита средств индивидуальной защиты, и в день у нас производится более 8 миллионов медицинских масок. Именно поэтому мы можем начинать продавать их за границу. Уже многие возмутились таким заявлением, сказав, что масок в аптеках нет. В соцсетях даже запустили хэштег «Мантуров, где маски?», доказывая и показывая, что их трудно найти. Мы тоже решили присоединиться к акции. Поэтому в этот раз я решила поговорить с фармацевтами в петербургских аптеках и узнать у них про наличие масок и респираторов в городских аптеках. Что из этого вышло, сейчас узнаете. Медицинские маски есть у вас? Маски нет. Нету, да? А антисептики? Антисептики нет, гели и спрей. Они на спорте. А когда были последний раз? Второго. Угу. Четыре дня, да, нет поставок масок? Ну, сейчас немножко так. А подскажите, пожалуйста, цену масок? 225 рублей 5 штук, 450, 10 штук и 200, 50 штук. Ага, а когда вы видите? Ну, ты смотри. До этого было, не было, да? Нет. А антисептики пошел? Тысяча рублей. Это литровый. А медицинский респиратор продаете вы? Не было в наличии? Нет. Ну ладно, это хорошо. Да нет, как маска там написано от 1 до 20, как бы, ну вот. Смена ношения 549. Ага. За что? А антисептики? Антисептики вот всяких разных. Угу. 439, 275. Такие, такие. Дефицита у вас не было, да? Ну, до сих были, вот, получили. Недавно, да? Да, да. И респираторы тоже? Тоже да, смотрю, да, в аптеках нет. Не было, да. А маски только вот 50 штук, да, вы продаете? Да. И, ну, нет, маски 25 штук, самая вот маленькая, 25. А цена на 25 штук? Какая? 1050. На 25? Да, да. Ага. Маски у вас есть? Да. Да. Есть вот респиратор, вот такие маски и вот такая. А, это... Ага. Они все многоразовые, вот эти маски тоже многоразовые, как вот респиратор полностью, больше закрывает. Первого класса. Да. Тут вот маленький тоненький фильтр, ну а тут может и ватный 10 или что. А были всегда в продаже, да? То есть у вас да, тоже. Да, да. И дефицит у вас не было, да, все это время? То есть вот как продавались, так продаются. Ага, и. Такие храмы есть у нас. Ага, и антисептики, смотри, да, в принципе. Да, у нас перчатки есть любых размеров. Да, сразу же цены у вас не изменились. Цены не изменились, такие я не сколько. Нормально. Да. Здорово, молодцы. Ну, вот говорят, нет в стране дефицита масок. Посмотрим. Он был. Так, 299, а это 256. 256, да? Да, был дефицит еще какой. Ага. Пару недель назад. Вообще не было. Скажите, пожалуйста, цену масок антисептиков. 390 рублей. А антисептики? 50. Миллилитров, спрей 250 миллилитров. В нашей аптеке масок нет, но есть вот в соседней аптеке. Да-да-да, мы знаем, а тут когда были последний раз? Я не знаю, я из соседней. Мы выяснили, что в 6 из 10 аптек маски все же есть, но цены на них возросли в 4 или в 5 раз. Только в одной аптеке мы смогли найти респираторы, которые все же реально могут защитить от вируса, в отличие от одноразовых масок, которые стоят по 40-50 рублей за штуку. Стоит отметить, что все фармацевты подтвердили и дефицит масок, сказали, что в продаже они появились только неделю назад. Та же самая ситуация и с антисептиками, чьи цены выросли в разы. Что же, может и явного дефицита у нас и нет, но во времена, когда люди остались без заработка, такие цены неподъемные для народа. И если даже в Санкт-Петербурге маски есть не во всех аптеках, а стоят они дорого, то можно представить, что в регионах дела обстоят еще хуже.
Но кого это сейчас беспокоит? Точно не наше правительство. Специально для Росбалта Ксения Гуляева. До новых встреч!